Друзья, всем привет! Люксвилл снова с вами. Я знаю, что вы соскучились по нам. Мы тоже. Вот, вот здесь Владимир. Вот, Саня за камерой. Володь, скажи всем привет. Всем привет. Короче, друзья, сегодня мы продолжаем раскрывать бренд White Siberia для себя, для нас и для вас. Вот. Интересно. Короче, сегодня, смотрите, White Siberia два аппарата прям в одном ролике. Бомбанули мы. Ну и здесь видно, Сань, покажи. VS2 Mini. И, соответственно, VS просто мини на 1000 ватт. Разница только в том, что это заднеприводная корзинка, а это корзинка полноприводная. Короче, принцип какой самокатов этих? Ну, наверное, самокатов, либо мини-скутеров, как это можно правильно выразить. То же самое практически, что Kuga C1. То есть, White Siberia опять взяли Kuga C1. Хорошая рама, хорошие классные колеса, все круто. И сделали в два раза круче. И вот сейчас мы посмотрим, что же они сделали и реально что-то ли сделали. Давай, Вауль, нож. Открываем. Вот, давай начнем с заднеприводного, правильно? Потому что прям вот воспоминания свежи, потому что... Ну, заднеприводные, что? Да? Или моноприводные? Заднеприводные. Да без разницы. Но если вы прям настоящий пацан, прям вот ясненский особенно, то не дай бог вам сказать заднеприводный. Это если вы гомофоб. Ну, Александр выражается интересно. Более модными словами. Смотри, мы открыли, а тут хоп. Это если вы хотите кому-то сделать подарок, вот там открываешься еще раз, а там еще такая коробка, а потом маленькая-маленькая-маленькая, потом вообще маленькая коробочка такая. Думаю, что так, да? И там носки. Вот. Я говорю про что? Я говорю про то, что... И здесь еще скотч. Я говорю про то, что вот недавно мы все-таки делали распаковку Kuga C1. Вот. И... Тот самокат осел в моей семье, у супруги. И, в общем-то, она на нем классно гоняет и в магаз, и, в общем-то, с ребенком катается. Ну, действительно, такой, я бы сказал, идеальный самокат для загородной жизни, вот для семейных людей, для мамочек, для женщин. Классная штука, все круто. Что сделала White Siberia? Она оставила удачные решения, такие как классные колеса там и так далее. Руль вот этот складываемый классный, тоже все круто. И добавили амортики. Поставили вот такой вот, Сань, покажи, могучее, огромное сиденье, которое ставят на свои тандеры там и так далее. Вот, смотрите, полноценная седуха прям. Вот, с надписью White Siberia, с нежнятиной, вот эта вот нежная кожа. Вот, и добавили, я говорю, амортики, то есть, ну, сделали и фару нормальную поставили. Не просто там что-то светится в ночи. Вот, давайте посмотрим комплектность. Кстати, смотрите, корзинка закрыта жестко. Смотри. У тебя там не так на сиденье? Нет, у меня она там от кочек открывается. Вот. То есть я сейчас воочию прям буду сравнивать. Вот, какая-то пластинка пластику. Опа! Смотрите, пластинка-то вешается на заднее крыло. Мы сейчас обязательно посмотрим. Можно прям ездить и гордиться White Siberia, White Siberia. Это как брызговик еще, наверное, да? Дополнительно. Ну, maybe. Такая вот инструкция. All instruction manual, все дела. Все на английском языке. Ну, в общем-то, видите, тут даже какой-то бренд китайский указан. Ну окей, 55 скутер. Выглядит вот так вот издалека, вот, ну согласитесь, прям Kuga C1. Вот, но в Kuga C1 достаточно слабый колесик. То есть он едет хорошо, ну 500 ватт там колесо. Вот, но для меня, например, в горку меня он не ввозит. В такой уж крутой подъем. Не завозит. Вот мультитул стандартный, то есть в комплекте все стандартно. Ничего нового, кроме вот этой вот таблички White Siberia. Вот, зарядочка. Кстати, аккумулятор на заднем приводе скутере, в заднеприводном скутере, аккумулятор небольшой, 13 ампер-часов, но 48 вольт. Тогда как на полноприводнике 18, и это уже, наверное, нормально, потому что 13 маловато, мне так кажется. Покажи, Сань, 48 вольт, 2 ампера. Ну, то есть стандартная зарядка, как обычно вот у White Siberia, с вентилятором, с охлаждением, но я вот кое-что заприметил. Тут тоже есть такой вот информационный лист. Оп! По батарейке. Не знаю, для чего он. Но вот если бы здесь было написано, вот по-русски, пусть даже она на китайском языке или на английском, и написано, что, ребята, заряжать 10-амперной зарядкой нельзя. Было бы, наверное, круто. Потому что есть прецеденты, когда люди заряжают свои аккумы 10-амперными зарядками. И это для аккумулятора, честно говоря, не очень хорошо. Вот, ладно, движемся дальше. Давайте доставать самокат. Помоги мне, пожалуйста. Самокат, кстати, легкий. 26 килограмм он весит. Я понял. Ага, да. Ну и все. Вот в коробке что-то упало. Вот, смотрите. Опа! Та-да-дам! Интересно, что за болтик? Положим.
Я думаю, сейчас разберемся. Короче, White Siberia, ребятушки, поставила амортизацию, увеличила мощность мотор-колеса. И в случае с 2WD-2 мотор-колеса стал полноприводная такая вот корзинка. Поставили нормальный, человеческий, посмотрите, стопак. Потому что, если вы помните, на Куге C1 там маленький такой вот, такой вот овальненький стопачок. Здесь уже, смотрите, полноценная лампа. И вот откуда этот болт. Это от крепления вот здесь вот. Как раз сюда, в White Siberia. Да, 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 вешается сюда это самое, но... Владимир сказал, предположил, что это брызговик. Нет, нифига, это не так, это не крыло. Ж не будет она работать, даже если вот так будет висеть. Все равно это... Дай, Вауль, кстати, табличку. Сейчас я возьму. Давайте просто прикинем, посмотрим. Ну вот. Ну нет, конечно, видите, да, насколько она меньше. Грязище будет лететь. Выглядит ничего так. Но на самом деле, я вот вам честно скажу, у нас Куга C1 в семье уже там месяца два, наверное. В дождь, в грязь не катается. Во всех остальных ситуациях ничего никуда не летит. Все, все круто. Вот. Немножко так фонарь гуляет. Сейчас посмотрим, как это все работает. Вот они, амортизаторы. Значит, задний амортизатор с регулировкой по пружине. Ну, скорее, с отскоком, видите? Вот здесь уже прям металлический лист. Причем... Гремучий. Да, будет ногами, ты ножками едешь такой и барабанишь. Это... Ну, либо ты их держишь. Ну, либо туда ноги поставил. Ну, как-то что-то можно затянуть ее, чтобы она не громыхала. Почему так происходит? Ну, ладно, вот амортизатор, ребят, зайдите сюда. Вот. Багажник, кстати, другой, видишь, он какой-то большой. Потому что там немножко, ну, поменьше он. А, ну и, видишь, крыло здесь. Как на велосипеде на Куге. На спину не летело, да? Да. Вот это крыло, кстати, может быть даже и рабочее, если бы оно стояло ровно. Вот, вот так вот, вот ровно. Ну окей, посмотрим, да, что тут по амортизации. Очень жестко. Ну, может быть, надо сесть. Смотрите, как все замотано. Везде вот эти вот фишечки. Play Bigger. Вот, как на коробке. Все просто. Кстати, мы уже с таким с сертификатом сталкивались, с гарантийным, да, здесь вот все написано, что к чему. Но, конечно, это, наверное, корейский язык или китайский. Напишите нам в комментариях. Корейский, китайский. Вот, но сейчас Владимир все распакует, и мы дальше это самое. Интересно то, что здесь 1000 ватт мощности. То есть я знаю, как едет Куга C1 на 500, на 500 ваттах. Вот, интересно посмотреть, как едет этот самокат. Вот, Сань, покажи переднюю вилку. Пауль, разреши мне? Посмотрим. Здесь какие отличия основные от Куги? Понятно, амортизатор, короче говоря, вилка вот велосипедного типа, здесь все понятно, и фара. То есть, в принципе, все, изменений, ну, работать больше никаких. Фара и амортизатор. Ну, и этого достаточно, на самом деле. Вот это вот хорошая штуковина, мы это помним. Вот, причем здесь, видишь, немножко другой какой-то этот раз. Как он ее? Open. Open the door. Ага, вот он. Ну да, вот эта штука хорошая, мне это нравится. Вот, никакого люфта, никаких там поскрипываний, ничего не появилось у нас. Мы в загородном живем, в пересеченной местности ездит самокат, никаких там скрипов, ничего не разболталось, ничего не убилось. Это good. Единственное, у меня претензия, например, к Куге, там аккумулятора хватает ненадолго. 15 километров и до свидания по пересеченке. Вот, здесь же 13 ампер-часов на 48 вольт, повторюсь. Ну, наверное, должно ехать лучше. Но, опять-таки, я думаю, что имеет смысл все-таки покататься сейчас и мне прям воочию посмотреть. Ручки такие же, вот, Сань, покажи. Ну, то есть, практически такие же. Практически такие же. Ну, похожи они, потому что там еще есть вот здесь металл. Ну, похожи. Понятно, что по тормозам это стандарт. Для White Siberia большие ручки, как и в старших моделях. Но вот это что-то прикольное. Это Samsung, часы. Сейчас я закручу. Да, вот это интересно будет. Ладно, ну так в целом, Сань, покажи. В общем, нормальная корзинка. И я вам честно скажу, за городом прям реально спасает. Если нужно съездить по-срочному в магазин, пожалуйста, запрыгнул и без проблем съездил. Она легкая, мобильная. Вот, действительно, колеса большие, 12 с небольшим, 12,5 дюймов. Вот, накачиваемые. И плюс здесь добавили амортики. То есть это будет ехать еще комфортнее. Но даже, честно скажу, Куга едет комфортно. Вот, но от White Siberia, видите, самокатик-то пошел дальше. Доработали вещи. Подвеска хорошо. Дисковые тормоза, отлично, претензий нет. Увеличенное мотор-колесо с магнитами по 4 сантиметра. Так это не так, ну, наверное, так. Потому что так видно, что корпус большой. Вот здесь, видите, прописано 1000 ватт мощности, окей.
Стопак нормальный, вечером тоже можно ездить, у вас будет заметно. Хотя не сказать, что у Кубиси один там. У Кубиси один есть какие-то претензии. Владимир, как всегда, что-то ломает. Ну, продолжайте, Владимир, продолжайте. Единственное, пока у меня претензии, это вот, вот это вот. А отвертки нет? Вот, отвертка есть в мультитуле, сейчас мы давайте снимем. Но было бы, наверное, прикольно. И, наверное, вот этот вот косяк, он быстро-быстро уйдет, когда вы сделаете гидроизоляцию в Люксвилл. Что ж такое? Ой, Владимирович. Ну, что? Что-то пошло не так. Окей, вот сейчас давайте откручу. Окей. Я прям хочу открутить и посмотреть, что же там стучит. Так, друзья, значит, вскрыли, и хорошо, что вскрыли. Во-первых, крышка стучит, хрен с ней. Это вообще как бы пофигу. Значит, что делается? Делается гидроизоляция сюда либо из поролончика прокладочку, либо просто герметика слой. И все, стучать ничего не будет, это факт. Дальше, что я увидел? Места здесь много. Аккумулятор больше емкости, сюда влезет спокойно. И если раньше я вам сказал, сейчас, подождите, что здесь 13 ампер-часов, нифига, ребята, здесь целых 18, ребята, как и в полноприводной модели. 18 ампер-часов. То есть хватать его реально должно, ну, теперь вот я думаю, километров на 40, наверное, должно хватить. Так, а может здесь быть. Что, а здесь что, подсветка, что ли? Да, подсветочка вот здесь вот идет. Это тоже нововведение Давайте теперь. Здесь, себе. Видишь, тоже есть зарядный. Это самый звоночек, глазок, то есть. Тут все очень похоже на Тандера. Да, ну, давай сейчас посмотрим, сейчас включим. Ну и покажи сам контроллер. Вот он, контроллер, ребят. На сколько там? 25 ампер. Вот здесь хорошо. 25 ампер для такого самокатика вообще хорошо. А на Куги С1 сколько? На Куги С1... Мы не смотрели. Ну, наверное, так же. Потому что он здесь, тоже 48-вольтовый. Здесь шнур проводов, да? То есть лежит все через заплетку. И только да, здесь. Через заплетку. Ну, и я вот смотрю сюда, видишь, есть герметик здесь почему-то. Зачем он, для чего, не знаю. Да, много так. А, провода, вот посмотри, вот я открыл, видишь? Здесь какие-то провода, наверное, для стоп-сигнала идут. Для стопака. То есть везде, они, видишь, все вот такие вот узлы засрали, но при этом здесь ничего не закрыто. Ну, поэтому я говорю, что вы можете даже сами купить, герметиком здесь сделать. И для легкого дождя, для такой вот влаги, вам этого будет 100% хватать. Окей. Значит, давай включаться, да? Давай да. Включим. Вот подписчики наши. Так. Ну, то есть вот... Так красиво. Бриллиант. Ладно. Блин, вот что хорошо, что действительно на черном фоне белая цифра. Ну, ребят, прям читаемо. Вот за это спасибо. Это реально читаемо. Не цветной, конечно, дисплей. Значит, что там, там по фаре? Вообще выглядит хорошо. Фары. Гудок такой, который, в общем-то, не наглый. Вот. Фара, смотри, с этой. Фара, с ободочком. Да, с ободочком. Ну-ка, если сигналить, ничего не происходит. А ты выключи фару. Это фара, ребят, не, как... Не, ты фару выключи, а теперь по сигналу. Да, ну, точно-точно одна только, как у... Тандера. Да, Тандера, в Айтсибири Тандера. Что хотели посмотреть, показать, точнее. Вот сиденье, видите, разорванное. Хотя было упаковано, вот, повредилась сидушка. Ладно, идем дальше. По борткомпьютеру никаких клавиш, ничего нет. Вот одна вот memory. Не, ну я имею в виду так вот, ничего, только вот. Оп, пробег, вольтаж. Угу. Все так, стандартно. То есть спид. Вот есть спид, видишь? Может быть, надо держать. Ну, попробуем держать. Ничего не произошло. Два раза. Ну, наверное, одна скорость здесь. Ну, да, вот эта вот графа интересная. Это же зарядка, наверное, правильно? Ну, то есть но это, здесь это, можно это и нормально. Вольтаж контролировать. Да, вольтаж, какого-то. Кстати. То, что есть вольтаж, это хорошо. Интересно посмотреть все-таки полноприводную модель. Вот так же там реализовано. Доставай. Мы сейчас достанем, да, и пока Владимир дособерет. Ну, Сань, покажи внешне. Вот сейчас Вова все вроде собрал. Давай, кстати, стоп-сигнал я нажму. Хлоп. Габарит не горит? Горит. Горит габарит. Не видно просто. По бокам, вот, видишь? А. То есть это просто три светодиодные лампочки. Так, и если я нажимаю стоп. Все, загорается еще ряд лампочек. Ну, меня тут не видно. Но вот эта стилистика прям Кадиллак. Ну, прям Кадиллак. Было бы круто, конечно, если бы здесь шла вот так вот светодиодная лента, и она бы прям целиком, как на самокатах Xiaomi, да? Там вот прям сзади маленькие LED-огонечки, там такой ореол горит, очень красиво. Вот если бы здесь было так, я бы прям бы сейчас бы... Дайте! Вот. Давайте посмотрим, есть ли амортизация. Там вот болтик какой-то. Да, это Вова не докрутил. Ну, спереди, да, амортизация работает, смотрите. Ну,
хорошо работает. Окей. А сзади? Ну, сзади, да, жестковато будет, но все-таки и груз там будет вести. Ну, ты, может, сядешь? Ну, сзади окей. Но я просто объясню, почему хорошо, когда у вас спереди мягкость есть. Потому что вы именно передним колесом встречаете бордюры. Вот если вы сейчас нас смотрите и выбираете, и для вас эта тема новая, то я вам скажу, что подбирайте, чтобы у вас спереди, если вам нравится, прям, чтобы мягко было, чтобы или вы для своей мамы берете, или для бабушек, или для супруги, это нормальный вариант, когда спереди прям мягкость есть. Потому что вся вот эта мягкость, она будет на руле у вас, на руках. Соответственно, такая тряска не будет передаваться сильно. Вот, поэтому я говорю, что выбирайте, вот, чтобы было так. Корзина мне понравилась, что действительно, посмотри, вот она фиксируется. И даже если, вот смотри, Сань, видишь, она не открывается. Угу. Это хорошо. Хотя замочек сюда, наверное, ну, тоже не помешает, если вы где-то оставляете самокат с продуктами внутри, например. Ну, такое бывает. Приехали за одним в магазине в одно купили в одном магазине, в другом другое. То есть, ну, понятно. Хотя я думаю, что я бы, например, в магазин, ну, мы так не делали, супруга оставляет около магазина его, да, пристегивает. Но я бы, мне кажется, прямо бы с ним в магазин заходил. Потому что, ну, он действительно небольшой, посмотри. Ну, то есть, вот он, ну, небольшой. Ну, и все-таки интересно, сейчас давайте я попробую. И дальше продолжим показывать все-таки пилоприк. Мне интересно, 500 ватт, я знаю, как едут, это приблизительно Куга М4, все-таки как едет, например, 1000 ватт. Ну, едут они как Куга М4 и Куга С1, потому что, ну, вот газ в пол, да? То есть задумчивость, видишь, какая? Хотя ровная поверхность, это даже не в гору. Ну, здесь датчики Холл, скорее всего, стоят. Ну, стоят, но окей. Ну... Подрыва какого-то нет, но вот чуть-чуть потом разводчик-то есть. Ну, мы сейчас окей. Ладно, не будем сейчас. Давай доставать полноприводку. Вот, ребят, ну вот как есть. Реально для загородной жизни, если вы, например, лето проводите на даче, либо вы живете за городом, либо в СНТ, там ваша мама, например, лето проводит. Идеальный вариант. Идеальный. Даже если вы сами там, например, за городом живете, не нужно, знаете, как открывать ворота, заводить тачку, ехать. Там, вот это целая церемония. Вы просто сели, доехали, даже если магазин у вас там в 5-10 километрах. Реально доехали, купили, что нужно, бросили туда. И поехали обратно. И не всегда нужно ехать по асфальту, есть можно ехать по лесам, по деревням и так далее, ну, по дорожкам. Ладно, вещь действительно достойная, стоит 39 900. Кто-то скажет, дороговато. С1 стоит 30. То есть этот за счет того, что здесь аккумулятор больше, здесь есть амортизация, плюс нормальный стоп-сигнал, нормальная фара, борт-компьютер с вольтажом. Ну, тянут ли эти изменения на десятку, решать вам. Мы же переходим к полному приводу. Цена там чуть-чуть побольше, чем у заднего привода, но преимущества все те же, но, блин, полный привод. И вот теперь становится интересно. Пахнет жареным, знаешь? А пол для чего? Это вот, если ты номер подвесишь, будет круто. Да. Так, ребят, полноприводник. Наша задача вам все-таки не просто показывать самокаты, а рассказывать, где их можно употреблять и с чем. Вот. Потому что мы бы сейчас могли, конечно, тут слюнями обойтись, что ой, качество. Но нам интересно, конечно, вам реально показать, для чего он нужен. Такая вот маленькая табуреточка. В Москве тоже, наверное, удобно его эксплуатировать, но в плане в магазин съездить или там... Не знаю, да и до работы можно удобно кататься. Потому что он мягкий, реально плавный, хороший. Так, ну чего, здесь все то же самое, абсолютно. Вот, здесь реально доплата происходит только за второе мотор-колесо. То же самое, как бы впереди просто добавляется плюс 1000 ватт. Во всем остальном он такой же. Так, друзья, собрали. И я вот сейчас поставлю рядом его. Есть хорошая новость и не очень. Хорошая новость, что... Помимо того, что у вас добавляется переднее колесо с мотором, есть вот такая вот еще надпись. 2X Mini. Вот, ну и есть плохая новость. Что-то... На полноприводнике, который мы только что вскрыли при вас, отломана... Очень важная вещь, рамка, да? Для номера. Нехорошо. Ай-яй-яй, гарантийный случай. Это гарантийный случай. Такие вот, а вот смотрите, вы так получаете самокат, вот напишите в комментариях, вот вы достаете, что вы будете делать? Сразу звонить в другой магазин или поедете в Люксвилл, чтобы они вам по-братски решили? А что ты тут решишь?
Суперклей примерим? Да, применишь, да? Применим. Вот смотрите, еще косячок, да? Колечко для удержания проводов есть, а провода отдельно сделаны. Что, правда, фара трепится? Вауль, тут надо закрепить фару переднюю. Вот. Во всем остальном, короче, прям вот одно и то же. Мне, вот, Сань, покажи сюда. Здесь еще вот есть тот самый управление светом. Оно почему-то разъединено и не достает. Оно разъединено, чтобы не разряжать аккумулятор. На случай, если случайно включится, да? При транспортировке. Да, но ключ-то не было здесь. Ключ висел вот здесь. Ключ-то я вставил. И ваши только что доводы разбились о камни моих фактов. Вот смотри. Включаем. Давай посмотрим LED. Причем вот здесь-то LED как включается? Ну, ладно. Вот мы включили, все загорелось. И чего? И ничего. Ну-ка, фару, если ничего. О, пошло дело. Ну-ка, пойдем, Сань, сюда. Здесь такая же история. Смотрим. Хлоп. И ничего, да? Извини, Вауль. Опа. Ну, то есть, короче, видите, здесь через кнопочку сделан. А там просто как бы вот через ту кнопочку. А здесь через эту. Ладно. И вот это всем знакомое полный и задний привод. Сейчас мы, короче, прокатимся. И покажем вам, во-первых, максимальные скорости этих двух аппаратов. Не знаю, зачем вам это. Ну да ладно, посмотрите, что могут эти корзинки. А во-вторых, устроим драк. Куги. А да? Поехали. У тебя это вообще полноприводный, да? Ну да, тяга есть. Не, ну тяга, она и на 500 ваттах есть нормально там все с этим. Не сказать, что прям пушка-гонка, но для того, для чего создавалась эта вещь, Куга C1 работает на все 100, потому что даже амортизация не нужна. Колеса большие, резина мягкая, накачиваются. Едет все прилично. Здесь, ну, как и ожидаемо, сзади амортизация, можно сказать, не работает, не рабочая, бездействует она, ничего. Может быть, надо либо другое что-то ставить сюда, либо отрегулировать, но вот как есть настройка, вот, честно скажу, жесткая она, настройка эта. Спереди, да спереди пока претензий нет. Так, фару включим. Выключим. Сказать, что есть какие-то кардинальные отличия? Да нет никаких кардинальных отличий. Сейчас в горку пойдем. Без разгона. Да нет, ребят, нет тут никаких 1000 ватт. Вот вам горка без разгона. Нет тут никаких 1000 ватт. Прям 100% 100 по 100. Это, скорее всего, указано максимально. Вот слышите, еще какие-то звуки есть. Это указано, скорее всего, максимальный пик тяги. Ну, явно не на этом колесе. Никаких тут 1000 ватт нет. То есть, если смотреть трезво на эту штуковину, то, ну, полноценно здесь, наверное, ну, 500 ватт, я думаю, потолок. Вообще потолок. Как в Куге C1. Та вот миник второй, который полноприводный, вот я думаю, может быть, там 1000 есть. М5, например, 1000 ватт. Вот на горка, он бы заехал бы легко. Вот на горка, вот разгона нет, газ в пол, я поехал. Ну, смотрите. Горка достаточно низкая, а он не едет. Ну вот, как бы, вот. Ну 8 км, не, ну едет, смотри. Но это не 1000 ватт. То есть это 100% не 1000 ватт, абсолютно. Куга М5 здесь бы разгонялся бы в гору, потому что это даже не такая резкая горка, как можно было бы подумать. Я знаю горку, где C1, ну, не завозит меня. Вот. Конечно, так-то штука нужная в хозяйстве. Но нужно ли переплачивать за именно White Siberia? Не вижу смысла, честно скажу. Пока что смысла не вижу. Думаю, может быть, сейчас меня, ну, как бы переубедит корзинка эта. Пока что комфорта здесь какого-то, что оно плывет за счет амортизации. Да нет, здесь тоже такого. Да нет, ребят, вот вы видите, как работают мои руки сейчас. Скорость совсем низкая, но комфорта, мягкости здесь нету. Окей. То есть амортизация тоже какая-то, ну, ну да нет, жестко все. Так же едет Куга C1. Так же, ребят. Вот они, горки здесь, косогоры, никуда оно здесь не въедет.
Сейчас будет такой достаточно показовый тест. Вот сейчас будет горка, мы с нее едем, с этой горки. Вот сейчас мы съедем и назад в эту горку поедем. Надо чуть притормаживать, потому что тормоза еще не притерты, новые. Вот в эту горку мы сейчас обратно поедем и посмотрим. Потому что Куга C1 с 500 ваттами, вряд ли бы меня сюда завезла. Хотя горка не резкая, пологая, аккуратно поднимается. Но все равно уклон есть, уклон достаточно большой. Мы выходим на плато. Вот отсюда надо начинать разгоняться. Давай развернемся, да? Разворачивается хорошо. Вот как есть, так и поедем, правильно? Готов? Давай так, у тебя пусть... Давай на заднем приводе вместе. Нет, у тебя полный привод, врубай полный привод. Задний привод, все понятно, что это за техника. Раз, два, три, все, поехали. Все, у меня газ в пол. Я просто поеду. И ты просто летишь. А я начинаю тем временем замедляться, это видно по спидометру. Потому что здесь идет все время подъем. И вот пошел этот звук от колеса. А я вешу 90 килограмм. Никакого груза нет, на мне камеру повесили, но это мелочь. Честно скажу, ребят, это не езда. 50-60 килограммов веса для этой табуретки, все. Никаких тут реально, никаких косаря в мощности тут... Ты же заехал. Мы говорим о мощности косаря, потому что Куга C1 меня бы тоже здесь точно так же бы завезла. У нас Куга C1 есть в офисе. Да, я предлагаю вот Санька сейчас попросить, пусть приедет. Было бы реально показово, потому что, нету здесь тысяч. Честно скажу, аккумулятор уже просел на одну палочку. Вольтаж был 48,7, сейчас уже 47,9, на 1 вольт ушел. Поехали. Поехали кататься. Если бы вы весили 50 с небольшим, 60... Вот шум от колеса постоянно. А это от колеса или от корзинки? Колесо дает резонанс, а потом платформа сама трясется, конечно. Если вы весите там, полтинник, 60, вас будет таскать нормально. Но для нас, мужики, это вообще неинтересно. Честно скажу, вообще неинтересно. Она и не бешеная табуретка. Вот я еду 20-30 по спидометру. Дальше не хочется разгоняться, потому что очень она жесткая. Все плавное. Не плавное. Тормоза прошли, прошло вроде. Она жесткая, как-то... Вот я тебе скажу сейчас, Может быть, вы сейчас подумаете, что я сейчас придираюсь. Ребят, 40 тысяч. У Владимира аппарат стоит 50. Стоит ли этих денег? Я еще раз повторюсь, нет. Не стоит. Видите, я еду и... хотя бы еду. 23... по местному спидометру, он 24, немножко ускоряется даже. Давай поменяемся, попробуешь полноприводную модель. Давай. Я не против, я только за. Там горок просто больше не будет уже. Поехали вниз, съездим, попробуем подняться вверх. Давай, да, кстати, было бы классно понять вот эту длинную горку, взял бы он. Друзья, вот я сел на полный привод. Здесь что-то уже подрыв есть. Жесткость такая же. Тормоза притерлись тут получше. Наверное, потому что Владимир уже пободрее в скорости был. Видите, какая горка. Тем интереснее будет ехать сейчас обратно. Так катиться круто, конечно. Приятно. Но я еще раз повторю, я считаю, что это для домохозяек, для женщин, которые лето проводят на дачах, в домах. То есть это не ни разу не взрослая, какая-то не для мужиков. Не для нас, короче, ребят. Здесь есть некая энергетика. Энергетика расслабленной покатушки, если бы не одно «но». Если бы не жесткие амортики. Сейчас, в принципе, мы спустились. Можем уже подниматься вверх. Но почему-то бьют тормоза передние. Ждем Владимира.
Че, как подъем здесь крутой, смотрите. И Владимира чего-то нет. Ладно, ребят, поехали. Вот разгон на полном приводе вверх в гору. Ну, нужно, конечно, отдать должное. Полноприводная корзинка от компании «Вайт Сибири» в гору разгоняется. Нормально идет. Все, поехали назад. Ну а что ты где-то пропал? Я что, ждать там комаров кормить буду? Ну, чтобы вы увидели жесткость сие табуретки. Она, конечно, ну, нормально такая, мягкая, но жесткая. Вот. Смотрите. По рулю просто смотрите, потому что именно по рулю видно жесткость конструктива. Вот. Ой. Твою ж мать. О, у меня фара светится. А? У меня, да, фара светится. Ну, жестко. Кто, ты или я? А, ну ты-то ладно. Сегодня я ездил на М5, прям вот совсем-совсем недавно. И М5 едет в разы мягче. Куга М5. Здесь жестко, ребят. Несмотря на то, что вы слышите, как, не знаю, и амортизация пробивается. Владимир, видимо, сникает. Но нужно отдать должное, что он все равно едет. Но он едет, да, он совсем. Но здесь и горок нет. В ту горку, вот в ту горку, куда не завозит меня Куга Си-1 на 500-ваттах своих, вот этот тоже не заедет. Абсолютно я уверен в этом точно. Вот. Поэтому мне тут вдвойне кажется неоправданная стоимость. Еще плюс какой-то стук появился по амортизации. Ты слышишь? У тебя есть такой стук? Нет. А почему у меня тогда стучат амортизаторы? Да нет, здесь, послушай, конкретно стучит. Здесь заехать не представляется возможным. Может быть, тут? Туда. Я покажу. Ты не заедешь там, конечно, потому что полноприводник еле-еле завез. Но самокат бы полноприводный на 2000 ватт здесь залетел бы. Ну, типа вот атлет, например. У него же, мы помним все, в номинале по 800 ватт в колесе. Вот. Этот же слабак. Ну. Ну и тут. Чего? Как это здесь 20%? Он же полный был. Как полный? Полный 54. 48 вольт. Ну, здесь 48-вольтовый аккумулятор. 48. 48. Ну, тогда получается полная зарядка, это 54 вольта. Угу. А ну да. 42 это все, уже отключение. Как 42? 42 вольта это все, до свидания. 46,8 сейчас. Ну, но у меня 4 палки показывают из 5. А, палки? Палки на то одно.
Ну вот я думаю, что здесь именно 48-49 и все. А, думаешь, максимально, ну нет, 54 должно быть. Ладно, сейчас мы доедем до трех прудов уже вот-вот, и там горки есть. И попробуем и там. Но ты видишь, ты не заезжаешь. Тебе. С разгона заедем. Сейчас на ходах. Слушай, ну на ходах, ты. У него нет, знаешь, вот у него на низах подрыва мощности именно вот снизу. Но снизу он не подрывается, потому что стоят датчики холла. Вот. Датчики холла. 34-й, 600-ваттный заедем. Вопрос. Сравнение легкое. М4 17 ампер. Нет, я думаю, тоже не заедет. Вот куда? Вот в это вот сейчас в маленькую горочку? Да. Не, не заедет. Налево поедем. Только по асфальту давай. Не заедет. Вот стихии все-таки, вот этой техники, это все-таки, ну, такой прям асфальт-асфальтовый. Вот, ну, я говорю, что у меня в семье мы ездим. Сейчас будет вот здесь горка. Мы в семье ездим на Куге C1. И, в принципе, для супруги его везде хватает. Но для меня его, конечно, мало.